ДКС – один из ведущих производителей кабеленесущих систем и электрощитового оборудования в России и Европе. Компания была основана в 1998 году в Твери, и сегодня в ДКС работает около 1600 человек, а ее производственные и складские площади занимают более 55 тысяч квадратных метров в 17 городах России, Украине и Казахстане. Компания ДКС начинала как производитель пластиковых труб, но уже к 2005 году ассортимент кабеленесущих систем мог удовлетворить самого взыскательного заказчика. В 2008 году в ассортименте появились металлические шкафы, что позволило ДКС прочно войти в список производителей электрощитового оборудования. А с 2010 года наладили производство профессиональных коробов для климатического рынка и систем молнии защиты и заземления. ДКС выпускает продукцию, которая соответствует уровню ведущих мировых стандартов. ДКС – одна из немногих компаний в России, обладающих таким широким ассортиментом кабеленесущих систем. При этом вся продукция взаимодополняема и совместима между собой, что позволяет создавать комплексные решения для прокладки кабельных трасс любой сложности. Продукцию ДКС можно купить в 500 точках продаж у 80 дистрибьюторов от Калининграда до Южного Сахалинска. Логистические и производственные возможности компании позволяют доставлять нашу продукцию в любую точку России. С ДКС удобно работать. Компания финансово поддерживает региональные маркетинговые программы, бесплатно предоставляет демонстрационные стенды, образцы, печатные каталоги и рекламные материалы. Также ДКС организовала систему онлайн-обучения для дистрибьюторов. Производственные мощности компании находятся в России, на Украине, в Италии, Венгрии и Румынии. В России складские комплексы расположены в Твери и Новосибирске. Многие продукты компании созданы на основе собственных запатентованных разработок. Это позволяет производить для электротехнического рынка России высококачественные и уникальные изделия. Интересно, что с 2000 года компания произвела более 550 тысяч километров гофрированных труб. Этого хватит, чтобы 14 раз обвязать землю по экватору. Продукция ДКС установлена в Московском Кремле, в резиденции президента России, на заводах Toyota, Nissan, Renault Auto Framos, в аэропорту Шереметьево, АЭС в Бушере, Ростовская АЭС и в сочинских олимпийских сооружениях, а также на многих объектах в Беларуси, Украине, Италии, Египте, Швейцарии. Сегодня ДКС – это высокотехнологичная компания со сплоченным коллективом единомышленников, который способен создавать конкурентоспособную продукцию мирового уровня. ДКС – будущее электротехнического рынка России.